Так, представить информацию об организации, которая будет выполнять фасадную работу на строящихся домах. А у вас по проекту какой фасад? А в чем проблема с фасадом? Мне сейчас глава говорит о том, что вы не можете определиться. Пока с подрядчиком, ну, пока с вывесиванием, эта система заказана. Срок изготовления 2 недели. То есть вы от проекта отступать не будете, будете вентилированы? Мы не можем. Там на проекте с агентом вступить нельзя, но потому что это проект на решение. 2 недели, это каким-то того, что он выстригает по срокам или что? Ну, нет. Сам по себе срок строительства фасада очень просто, длительный. Да, он длительный срок. То есть именно, вот этот, именно этот фасад требует довольно длительного времени для монтажа, да? Да. По идее, его надо уже начинать по запараллельно. Можно каркас начинать делать уже от цокольного этажа, начинать делать. Ну, это плохо. Через 2 недели только, да? Но вы уже все договорились, сегодня. Через 2 недели только этот материал начнет поступать, да? Каркасная система, они специально требуют специалистов здесь. То есть это специализированная организация, которая занимается этим. Поэтому надо определяться своевременно и начинать уже работать. По крайней мере, на сегодняшний день должно быть понятно, кто это делает, заказал ли он материалы, потому что это сроки еще были. Надо заказать. Значит, материалы. Давайте так, протокол. То есть у вас есть документы, подтверждающие то, что вы заключили договор с поставщиком и оплатили этот материал? Договор у нас есть. Сегодня? Договор и документы, подтверждающие, что вы поставщику заплатили деньги. Записали? Сегодня до конца дня. Сегодня до конца дня. Предоставите, да? А сейчас не могут предоставить? Договор я сейчас могу показать, но я не могу. Нет, договор понятно. Мне нужны, как бы, исходя из той ситуации, которая связана с поставщиками, в том числе и по оплате. Вот, я знаю, что вы оплатили? Да. И вы оплатили? Нет, нет. Так сегодня, как мы сожалеем, договор и оплатили. Хорошо. Тоже с подтверждающими документами об оплате.